Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, а точнее прохождение новой и крутой карты, которая называется Пиксель Дроп. Мне кажется, многие уже видели, что это за карта, многие уже ее проходили, но я также решил ее пройти. А если кто-то еще не видел, то вы сразу поймете то, что это действительно очень сильно крутая карта, как только мы начнем ее проходить. Но, ребята, не забываем ставить лайки, потому что чем быстрее мы наберем 2000 лайков, тем быстрее выйдет новая серия. Неважно когда, через полчаса, через час, через два часа, ребята, все зависит только от вас. Если вы не поленитесь поставить лайк, то чем быстрее мы наберем 2000 лайков, тем быстрее выйдет новая серия. И за это я скажу вам большое спасибо, ребята, потому что именно вы решаете, когда выйдет новая серия. Не ленитесь. Также подписываемся на мой канал. Каждый подписчик для меня большой друг. Я люблю своих подписчиков, и я всех вас приглашаю вступить в нашу большую дружную семью. Потратить 2 секунды совместно на лайки и на подписку, но за это сделать мне действительно очень сильно приятно. И за это я скажу вам большое спасибо. Но, ребята, мы будем сейчас сразу же приступать к самому видео. Ну что, ребята, вот и наше видео, вот и наша карта. Сейчас мы, в принципе, сразу же будем приступать. Правила я уже знаю, и я вам их объясню сразу же, когда мы начнем проходить вот эту карту, ребята. И вы сразу же поймете, что это такое. Это такая небольшая смесь пули чудес и также как стать миллионером. Нам нужно угадывать, что это за картинка появляется на земле, когда падают различные блоки и составляют ту саму картинку. И также перед нами будет появляться слово, точнее буквы с одного слова. И нам нужно догадаться, что это за слово, и быстренько записать куда-то его, чтобы не забыть, и чтобы просто-напросто дать свой ответ тому, кто сидит выше нас и дает нам вот эти задания. Точнее, это еще тогда, что, где, когда, да, человек, который нам дает какие-то там задания. Ну ладно, ребята, мы больше тянуть не будем, сразу же приступаем к самому, к самой карте. Мне бы, если честно, найти, где тут начать вот эту карту. Ага, нам просто нужно вот тут стоять в этой зоне, и карта сама начнется через какое-то время, а точнее через 10 секунд. Ясно? Понятно? Нет вопросов. И, ребята, мы сразу же начинаем. Вот тут у нас будут появляться какие-то картинки, тут у нас будут появляться буквы с какого-то слова. Тут может быть все что угодно, ребята. Любой блок с Майнкрафта, любой вообще что-то, что существует в мире. Нам просто нужно догадаться как можно быстрее, что это за картинка. И тут у нас будут также появляться буквы, которые будут нам давать небольшую подсказку. Ребята, что это такое? Что это такое? Нам нужно будет сюда записать, вот в эту наковальню, точнее переименовать вот это, вот эту бумажку, и потом поставить ее в сундучок. Я знаю, что это такое, но я не знаю, как оно называется. Это в пустыне находится. Как оно называется? Dead Bush. Точно, мертвый куст. Нужно все капсом писать. Dead Bush. Вот так. Мертвый куст, ребята. Давайте. Да, угадал. Ну как угадал? Это была небольшая подсказочка, но все же. Ну сейчас давайте посмотрим, что будет у нас во втором задании. Давай, задание начинается, ребята. Ух, да почему вы мне даете слова и именно задание с двух слов? Ну, дайте мне отдохнуть, дайте мне какое-то простенькое задание. Это нет. Что это за фиготня? Это лампочка, да? Light, что это? Что это за последняя буква? Это Б? Да, это Б. Что это такое? Light, да, light, но что за последнее? Ламп, нет, не ламп, light, нет. Где наковальня? А вот потерялся. Light, мне кажется, light, лампа вроде бамп будет. Light, бамп. Я надеюсь, что правильно. Я надеюсь, что правильно, пожалуйста. Балб, не бамп, а балб. Твою за ногу. Не... Лайт. Не успел. Не успел, я знал. Я просто... Охренеть. Ошибся одной буквой. Я знал, что это такое. Офигеть. Ладно, ща мы еще догоним. Ща мы вообще поле чудес. Приз-студию. Сектор приз на барабане. Это что-то, мне кажется, что-то Америка, потому что вот такие цвета, знаете, флаг Америки. Флаг. Американ флаг. А где наша наковальня, мать ее? Вот она. Американ флаг, Америка. Да! Начинаем тащить.
Это был небольшой разогрев, ребята, нужно разогреться на самом начале, и только потом мы начинаем тащить. Ну что, ребята, еще одно задание. Что это у нас такое? Вы, походу, меня решили взять на хардкор, потому что у меня каждое задание состоит из двух слов. Ни разу не было какое-то слово там с 3-4 букв. У меня прям сегодня какой-то хардкор нафиг. Что это за... Ёшкин... Что это такое? Я не знаю, с какой стороны мне смотреть. Может, мне вот так смотреть как-то? Что это за... Good... What the f... А, Gold Ingot. Понял. Gold Ingot. Еще одно угаданное слово. Ну что, ребята, сейчас у нас будет конец или все-таки next round? Next round у нас будет. Ну, сложненько иногда понять, что нам хочет сказать человек. Да, одно слово, но сколько тут букв? Тут 4, 5, 6, 8 букв. Не знаю. Машрум. А как пишется машрум? Маш. Да. Машрум. Да! Да. Ребята, это неплохой результат. 1100 баллов. Офигеть, какой результат. Тут, к сожалению, я сейчас играю один. Тут можно играть с друзьями и также с ними посоревноваться. Поэтому, ребята, мне нужно знать. Вот давайте сделаем так, ребята. Если вы хотите, чтобы я посоревновался на этой карте с каким-то другом или друзьями, потому что тут может играть неограниченное количество людей. Поэтому, ребята, если вы хотите, чтобы мы устроили поле чудес или какой-то сектор приз, я не знаю, там, как стать миллионером, вот эти все игры вместе в одной, ребята, пишите в комментарии, также ставьте лайк, если вы хотите, чтобы я вот это сделал. Потому что это действительно будет интересно поиграть с друзьями, кто быстрее угадает, что это за картинка, и кто быстрее напишет... Переименую, точнее, вот эту бумагу и вставит быстренько ее в сундук. Это будет действительно очень интересно, но, ребята, хотите ли вы это или нет, зависит только от вас. Что это такое? 4, 5, 6, 7, 8. Я должен... Я пока что не представляю. Что-то, какие-то глаза, какой-то рот. Эндермен! Да, Эндермен, вау, нет, не вот это, а вот это, Эндермен, замечательно, сундучок, да, дайте я вот это нафиг включу, потому что каждый раз у меня на Escape нажимается и вот останавливается мою игру. Ребята, нам нужно побить свой рекорд, больше чем 1100 очков, это будет сложновато. Ну, какой это в жопу Эндермен, это какой-то наркоманский ребенок с Африки убежал. Я, конечно, не расист, но все же в жопу это какой-то эндермен, если честно. Опять два слова. Солнце, какие-то хмары и небо. Солнечное небо. А ну, Санни Скай. Санни Скай. Нет? Как нет? Да ты ж твою ж лагучая. Санни Скай. А я первый раз не то... А куда в жопу первый листочек бумаги, туалетной бумаги делся, когда я его поставил в сундучок? Он походу сюда упал. Охренеть, я угадал слово и мог заработать там 400 баллов, но что-то затормозило, я заработал только там 150 или там 200. Замечательно. Что это такое? 4, 5, 6, 7, 8. Что-то коричневое, что-то зеленое, какая-то морда какого-то гнома тут вырисовывается. Гном покакался, не знаю, честно, ребята. Какая-то баба-яга, мне кажется, это какой-то... Я не знаю, у меня вот прям башка взрывается. Какое-то страшное лицо, зеленые волосы и коричневая долина. То есть, я не знаю, что такое? LGR.
Гамбургер, ты нахрен? Так откуда я? Что это такое? Вилледжер! Вилл... Дайте сюда, дайте сюда. Вилледжер. Вилл... Да. Как-то вот так это пишется. Да! Ну, в последние секунды я понял, что это такое. То есть, не так-то просто с самого начала понять. Я заработал только 40 очков. Офигеть. Ладно, ладно, еще одна попыточка. Постараемся, ребят, я не знаю, что это. А, я знаю, как это называется, как вот эта хрень называется. Ганпаудер. Ганпаудер, вот так. Вот. Да! 790 очков в этом раунде мы нагнали прежний темп. Но посмотрим, что... сможем мы угадать в этом раунде. Два слова, три буквы, четыре буквы. Есть какие-то, ребята, догадки? Что это такое? На данный момент я не могу понять. Что-то коричневое по краям. Оранжевое с К. К-Р. Не представляю. А? Фарм. Фарм. Нет, не фарм, тут Д. Что это за хрень? Ок. Ок. О, хрен его знает. Ок. Окдор. Окдор. Я должен понять, что это такое. Откуда я могу понять, что это такое? Это не так-то просто, ребята. Ну что, в принципе, давайте еще один. Вот честно, мне понравилось. Мне офигеть, как нравится эта карта. Я уже хотел заканчивать вот эту серию, но я еще раз сделаю еще один уровень, потому что мне честно понравилась эта карта. Ребята, если вы хотите видеть новую серию, я сразу же выпущу в ту же секунду, как только мы наберем 2000 лайков. Ребята, вот честно, потому что она мне понравилась. Я хочу больше проходить. 4 буквы. Это прям какой-то праздник. Только дайте я пойму, что это такое. Бун. 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 450 очков. Аллилуйя. Мы за 3 раунда меньше зарабатывали, чем сейчас за первый раунд. Да, круто, круто. Потому что простенькая была. А тут 4 буквы. Потом 6 букв. Охренеть. Что такое может быть? Серое, белое, черное. Серое, белое, черное. К. Серое, белое, черное. Что это за... Милк бакет. Милк бакет. Да! 760 очков. Потихонечку я здесь разогревается, потому что нужно действительно сначала поиграть, немного узнать, что это за игра, немного вообще схему, вообще в чем состоит суть этой игры, понять и только потом начинать играть. Так, ребята, не отвлекаемся. 5 букв. Белое, красное, оранжевое. Нет, не лава. Что это может быть? П. П-п-п-п-п. Вторая буква П. Господин Якубович, открывайте третью букву, там, буква А. Такой буквы нет в этом слове. Да пошел ты, Якубович, усатый. П-п-н. Вот то... Что это нахрен за корона в подгузниках? Что это за... Я знаю! Это черепаха с Марио, походу. Да. Но я, откуда я могу знать? Ребята, я играл в Марио, может, лет 16 назад. 15-16 лет назад. Вот я помню то, что если Марио прыгал на вот эту черепаху, то он умирал, потому что у нее вот тут шипы, можно сказать, на панцире. Но я не помню, как она называется. Спинни.
Если бы я отправился в будущее, в прошлое на 16 лет, и я бы посмотрел, как я играю в Марио, то я бы, может, и вспомнил. Но я честно не помню. Ладно, один раунд мы прокакали. Но все же. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Цвет поноса. Зеленые, серые, лаймовые, черные. Четвертая буква Э. Шкатулка. Шкатулку в студию! В какой шкатулке находятся деньги? Господин Якубович в левой. Крипер. Крипер, мать его, наверное, мне так кажется. Крипер. О-о-о. Да то, как меня вот эта хрень бесит. Крипер, я сказал, а? Вот. Да, но у меня просто много времени заняло для того, я просто, я не знаю, что это за баг был. Видели, как у меня сундуки дюпнулись, и листочек, который я уже переименовал, он куда-то исчез. Вот, если бы не эти лаги, то я бы выиграл, может, на 20 очков больше. Это реально лагучая фигня. Так, 4, 5, 6. 6 букву. 6 букву. Какой-то пес нафиг, котопес. Тут член, извиняюсь, какой-то. Третья буква Д. Седл. Седло. Да! Лучше. Да, в третьей игре мы побили собственный рекорд 1230 очков. Ребята, я уже сразу же хочу бежать выпускать новую серию. Ребята, решайте вы, когда она выйдет. Также вы можете скачать эту карту, пройти ее и написать ваш рекорд, сколько вы набрали максимум очков, и также со мной посоревноваться. Мой максимальный рекорд — это 1230 очков. Поэтому, ребята, кто меня побьет, кто меня сможет победить, прям пожму вам руку, если у вас это получится. Если вы хотите вторую серию вот этой карты, или если вы хотите вторую серию, где мы будем играть с каким-то другом, соревноваться, кто быстрее угадает это слово, эту картинку, ребят, вы знаете, что делать. Чем быстрее наберем 2000 лайков, тем быстрее выйдет новая серия. А если мы еще больше лайков наберем, вы вообще прям красавцы будете. Вася, красавец, молодец, ух! Если вы вообще наберете больше, чем 2000 лайков, ребята, вы прям супер-пупер. Поэтому не ленитесь ставить лайки, не ленитесь подписываться на мой канал. Каждый подписчик для меня как друг. Вы видите то, что я с вами общаюсь на протяжении всей серии. Я люблю своих подписчиков, поэтому потратить ради меня 2 секунды, но за это я выпущу для вас новое видео как можно быстрее, мне кажется, это стоит того. Я говорю вам спасибо тем, кто досмотрел это видео до конца, многие перематывают, многие выключают, кто досмотрел, вы знаете, что... Напишите в комментариях, просто я пойму то, что вы досмотрели это видео до конца, я просто вам пожму руку за это. Мы, к сожалению, будем прощаться, но мы встретимся в следующем видео. Приходите смотреть, я всегда вас жду в новых видео. Не стесняйтесь, приходите. И мы будем проводить время еще больше и вместе. Да, ребята. Еще раз скажу всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.